Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. Сегодня я снимаю видео, которое называется «Поход в спа-салон». Да, вы не удивлены, я иду в спа-салон. Ой, извините, простите, пожалуйста. И, ой, какая я растяпа. И это видео, пожалуй, я до конца. Поход в спа-салон. Ну и так, начнем. Так, где-то моя подруга. Кстати, я сегодня пришла совершенно первую. Я открываю мой салон. Что? Лорна уже принимает маску. Это ужасно. Моуседас. Здравствуйте, да. Да, что-то не так. Вы мне обещали, что я буду первой открывать. А, я перепутала вас с той милой дамой. Вы что-то хотите? Так, мне, пожалуйста, макияжик небольшой. Видите, а то у меня какая-то кожа плохая. Так, хорошо, вот у меня кисточка. Смотрите, это кисточка. Еще я хочу маску тоже. И желательно бы мне сполоснуть голову, можно так сказать. Хорошо. Присаживайтесь на... Что вы хотите первое? На мытье головы давайте. Хорошо. Так, сейчас я вам все, ребятки, расскажу. У нас все тут очень хорошо расположено. Клео, отойди-ка на секундочку. Так, у нас тут в нашем спа-салоне все хорошо размещено. Здесь у нас делают массаж. Ну, я скажу, тут у нас не лучшее место, потому что это такой... как не самое лучшее массажное место. Здесь у нас все делают маски. Вам ее снимать? Вам ее снимать или нет? Нет еще. А сколько сейчас время? Еще осталось 5 минут. Хорошо, потом снимите. Ну, тут у нас лежат те, кто делал маску. Здесь у нас мы моем голову. Каким способом, я вам сейчас покажу. Также на этих стульчиках делают макияж всякий, там все такое. Поэтому сейчас она будет тут сидеть, и покажу как, и я буду ей мыть голову. Так, давайте смотреть. Так, где тут камера? О. Так, смотреть. Итак, ребята, как я вам говорила, у нас тут не самый лучший центр, поэтому сейчас я вам покажу, как я буду ей мыть голову. Так, смотрите, вот это вода. Я просто аккуратно поливаю ей на голову. Ой, хоть бы не мимо. Yes, не мимо. Не потекло? Нет? Ой, хорошо. Ай, немножко намочила, но это ничего. Так. Голову. Опа. Ой, как хорошо. Я уже чувствую, как у меня там голова намыта. Так, ну здесь я приберусь. Так, сейчас надо взять шампунчик. Нет, шампунь там нанести. Сейчас нанесем. Сейчас, секундочку. Так, теперь мыло. Немножечко прям мыло ей надо. Вот. Ой, ой, ой. Вот, мыло. Так, мыло есть. Что у меня на голове? Ой, у вас идеальное мыло. Это хорошо. Теперь просто споласкиваем воду. Голову, простите. Не воду, а голову. Так. Моя голова. Так. Голову вот так вот споласкиваем. Хорошо моем. Чтобы все промыть. Ну, более-менее. Сойдет. Так. Полежите немножко, обсохните. А я вам покажу, что делать дальше. Она хочет маску. Маску лучше делать сразу. Поэтому я беру кисточку, немножко как промакиваю ее. Ну, у меня, я сразу говорю, у меня свое, можно сказать, мнение, как это делать. Так, значит, я промакиваю и немножко ей голову мажу. Вот, голову, лицо. Не то сказала, извините. Так, теперь ждем 15 минут, и когда все высыхает, мы ей делаем маску. Так, теперь, когда мы уже сделали ей волосы, и они сохнут, так вот, можно сказать,
Самое время для маски. Маску мы делаем, значит так. Просто берем маску. У меня маска сейчас, секундочку. У меня вот тут вот масочка находится. У меня ее немного, она так компактно выглядит. Сейчас. И просто кисточкой ее размазываем. Так, чуть не забыла. Ой, надо нанести крем немного. Чик-чик-чик. Увлажняющего, потому что потом, если бы я ее не нанесла, то пришлось бы сдирать маску. Что ты там говоришь, Мусседес, милая? Я говорю, если бы я тебя не помазала кремом, то тогда бы у тебя была не очень нежная кожа. Все так и есть. Не, ну честно, я правда так сказала, да? Так, только не пишите ей в комментариях, что это неправда, что на самом деле пришлось бы отдирать это, потому что она обидится. Это будет плохо. Очень плохо. Так, ладно. Значит, теперь берем кисточку. И вот так. Так, первая часть готова. Скажите честно, я выгляжу ужасно? Или еще ужаснее, потому что я первый раз в этом салоне, и мне кажется, он... Извините, камера упала. Мне кажется, он не очень хороший. Да все нормально, ведь да, ребятки? Да. Все нормально, у нас идеальный сервис. Да-да, идеальный, верю. Так, теперь вторую половинку лица. Ой, сейчас. Так, и вторая половинка. Не, ну мне кажется, я по-настоящему ужасно выгляжу. Ничего страшного. Так, тебе надо подождать еще 10 минут, и уже можно будет снимать. Спустя 10 минут. Так, ну как я выгляжу? Вроде лицо в порядке. Да, все хорошо. А теперь ей надо нанести на лицо пудру. Она ее очень любит. Берем, значит, тоже эту кисточку. И макаем пудру, наверное, есть. Обмакнули, сейчас будем мазать. Ой, так. Вот так вот это наносим аккуратно, чтобы не было такого, как совсем румянца. Вы, наверное, не видите, но у меня лицо должно быть розовое. Нежно-розовое, так лоб забыли. Да, вы видите, у меня нос такой прям розовый, видите? Так, а, секундочку. Лучше вам прилечь. Ай. Так, секундочку, я прилягу. То плохо делается макияж. Зато я буду красавица. Так. Ну вот и результат. Мне очень, в принципе, понравилось. В следующий раз я зайду тут сюда еще раз. И всем пока! Вы были на канале Тыковка Твист. Ой, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!